На Кремлевской набережной в субботу покрышек не жалели. Трехдневное гоночное шоу «Moscow City Racing» проходит в столице уже в седьмой раз. Болиды «Формулы-1», современные и ретро, раллийные суперкары, КамАЗы, каскадеры, развлечения и зрелища на любой вкус. За этим смотром в центре столицы наблюдали около 100 тысяч зрителей. Перед заездами пилот «Феррари» Марк Жене рассказал, что для обеспечения безопасности организаторы сотрудничали с российским разработчиком антивирусных программ – лабораторией Касперского. «Я раньше много слышал об этом событии», – заявил Жене, – «но это все за пределами ожиданий. Трасса, фанаты, культовое место, на котором все это происходит». Тест-пилот «Феррари» стал одним из героев автошоу. Он принял участие в заездах наряду с гонщиком еще одной команды «Формулы-1» Робином Фрайнсом из Каттерхэма. По набережной прокатились ретро-болиды «Формулы-1», раллийная команда «Ситроен», а также российская команда «КамАЗ Мастер» с чемпионом прошлогодней гонки в Дакаре. В воскресенье на автодроме Moscow Raceway также проходит российский этап самой популярной кузовной серии планеты DTM. А в октябре Сочи примет первый в России за последние 100 лет этап чемпионата мира «Формулы-1».